трал на соло-гитаре. Ну ладно, Аксик идет, а дальше думать. Йоу, енотам, здорово, классика, спасибо за рейдецкий. Йоу-йоу-йоу. Как сегодня каточки, Эльдар? Я там на тех, что заходил, все хорошо, все в порядке было. Ой, кого мы из этого возьмем? Мне почему-то так всегда нравится Братрум, да, Эльдар Титан, Братрум, ну такое. Ну такое. Кстати, плюс-минус. Ну, плюс-минус это не минус. Значит, норм. Кстати, будет отмщен. Ты про Зулджина, который будет отмщен. Кайфую с твоих стримов. Правда, первый раз смотрю. Но на ютубе все твои ролики видел. Для меня это очень приятно звучит. Спасибо, что постоянный зритель, Изидм. Заходи на твичанский, если ты в это время готов посидеть на Твиче, то у меня, в принципе, каждый день по будням стримы с 9 по Москве. И да как получится. Конечно, тебе Альянс не очень нравится, ты же за Орду. Гудбой, хорошая шутка, мне нравится, понравилось мне. Адекватно. Так позвонил бы мне, разбудил, типа, Вангром, я тут героя в час ночи подрубить. Отлично. Хороший план. Одобряю. Шашки заставили Рома переметнуться, вечно хуманов ставят. Шутка хорошая, насчет хуманов действительно у нас очень редко в последнее время выпадает. Пособирать, поставить. Шашки превратили меня в гоблина. Вот это вот больше похоже на правду. Так поэтому и переметнуться, то есть перейти со стороны Орды к Альянсу. Поэтому он и говорит, что переметнулся. Я не знаю, что тут. Да хз, короче. Игра, удиви меня. Даю тебе шанс. Финская полька, вот это огонь. Сейчас подумаю, что делать. Вообще надо было, может, воина закрыть. Но жадность сыграла со мной злую шутку. Еще б 2 ТБ в роли, это правда. На лезгинку смахивать. Нет, финская полька. Я цап-цап порвила. Тебя отдам, да. Тебя возьму. Не буду сыном. О, прикол, сегодня две катки подрался за топ дна. Но третью, 3-3 юнита через веспа на четвертую. 3-3. 3-3 многовато. По щам сейчас будем отхватывать, ты, наверное, лишний. Надеемся на чудо. О, чудо пришло. Не, ну я тут билд придумал на эту игру, только какой именно?
То есть в какую его вариацию ходить непонятно. А мог бы еще раунд с панга постоять. Ябадабаду! Пашка подписывается 4-й месяц подряд. Спасибо, Паш, за поддержку. Марс, хорошо. 4-й, не могу это. Пашка, лови, лови приветственных 4 енотика. Спасибо. Это... Ой, какой трек еще заиграл? Я бы тоже хотел ветром быть и над землей лететь. Лови енотика и 4 сердечка. Мя-мя-мя. Спасибо за фоллоу, сломан. Прилевел. Я прилевел точно буду делать, независимо от результата, от схода этой битвы. Нужно придумать билд через керна кровавого копыта. Это уже у нас эш... Нет, это не эш-шейкер. Или эш-шейкер. Но билды через эш-шейкера у нас с избытком их хватает. Привет, енотом царству. Тебе тоже привет. Вот что, Рен. Да я знаю, кто такой керн кровавого копыта. Я пытаюсь олицетворить его на нашей шашечке. Я бы, кстати, не был уверен, что керн мужчина. Он, это ж коровка, он себя может по-разному самоидентифицировать. Свой, так сказать, гендер. Где же ты? И я вернусь домой, даже с самой большой высоты. О. Беники-беники, ели вареники. Найты. Undead Demon нет. Undead Demon не хочу играть. Да свапайся уже и убивай их всех. Не хочу. Ой, все. Ой, все. Стример поломался. Он просто до жопы все накидал, я не понимаю, что сделать. А раз стрим с чатиком, можно песенку заказать. Че за... Ну тебе одну можно. Уговорил. Сейчас громкость надо поднастроить, да? Как-то так, оставим ее. 9-й раунд. Ну, это несерьезно. Почему я ничего не могу закрыть? Просто так ролла выкинул, мог века выйти за этого веника драного. Вот так вот громкость оставим, а то что-то песня орет. А и так, да, мог за Террорблейд сейчас выйти в эко. Ну ладно. Отбой тогда по эко. По эко отбой. Ой-ой-ой. Это плохой, кстати, мув. Очень плохой мув.
Такая была надежда собрать Т3 Луну. Хотя... Не, хотя подождите. 7 голды, ну не так страшно. Починится еще. Неужто я воин? Похоже на то. Как можно скипать Пандарена? Да изи вообще. Ром, а что, через эльфа демонов не играешь? На руку лобби ТБ разбирают, на бишах он вообще не востребован. Нет, не разбирают. ТБ, кстати, не часто играет. Здорово, Аллаш. Да какой Пандарен 10? Ну, можно было его выставить. Я, кстати, забыл, что у меня тут стоит. Если честно. Жабыль. Есть надежный вариант, есть ненадежный. Но я выбираю ненадежный. Есть надежный, есть ненадежный. Выбираю ненадежный. Хорошо. Сейчас, если в шестой войне ставишь хуску, я предпочитаю разбивать орков или бестов по заходу. То есть ты сам выбираешь, то есть что тебе заходит, то ты оставляешь. В принципе, я бы не сказал, что большая разница есть. Орки не сильно много дают, бесты не сильно много. За орков ты только переживаешь за джаггера, потому что он нужен тебе кор. Остальное, в принципе, шляпа. Так, по поводу канал на Ютубе твой с твоими роликами. Нет, это не мой канал. Это просто выкладывают ролики со мной. Не только со мной, но я к нему отношение имею посредственное. Захожу, смотрю иногда эти ролики. Иногда, не помню, там отвечаю что-то в комментах. Нет, лайки ставлю. Вот так. Но канал абсолютно не мой. Меня просто спросили разрешение выкладывать видосики со мной на Ютубе, я, естественно, ничего против не имею. Что нас лобби будет делать? Грязь? Шестибист бьет любого вара тролля. Ла-ла, это все, что бьет шестибист? Помимо варов и троллей, увы, есть еще несколько билдов в этой игре, которые тоже пытаются играть. Ну, я пытался найти еще какой-то ап. Селедка хорошая, кстати. Я считаю, что селедка очень неплохой ап. Козу из ЧВК отдадим. Ну, там стрик прилетит, даже козу отдавать не надо. Может, был еще паролить. Дракон. Неплохо. А есть ли у меня план на победу? Нет. Есть план на поиграть? Хорошо. Но только боги не прикол, остальное норм. Туз БФ на изи ван панч, да. А зачем у нее план, она либо будет, либо нет. Но как-то хочется что-то... Что-то как-то... Где-то, что-то, почему-то. Я куплю все равно, да еще пароль чуть-чуть. Хотя бы тусик, да? Далекие... Они летают в облаках.
другие вовсе не видны. А вопрос, забили билд, попробуй. Ну то есть с Марсом, когда собираешь бога воина, да, но это надо болтоников собирать. Он чуть по-другому ролится, лалаш, в пятом раунде бога воин ролится. Сейчас тяжеловато его играть. Очень хочется гирокоптера. Полетели вертолетики! Нет? Я почему-то так и думал. Хаска. Хаска — это порода собак такая, да? А зачем нам Тони? Тони нам пока не нужен. Зато Хаска у нас идет. И тролля нету. Но Хаску я хочу оставлять. То есть, возможно, без орков играть. Джаггер хочется оставить Ковакса. Этот Джаггер мне вообще не пришел, да? А есть ли у кого-то Джаггер? А что-то и нету. А что-то и нету. Надо сейчас подумать, чуть поролить и подумать. Тони, в каждом роли по Тони, да? Я, короче, решил, да? Ой, попробуем так. Стрик, конечно, жалко, если сейчас нас цены собьют. Зверей мне жалко отдавать, орков нет. Денег килограмм. Селедка точно с нами идет. Дум еще может пойти. Извини, Акс. Как-то так, да? Хусик на. Чуть-чуть расплитались, вот это забрали. Джаггер минус, это минус. Просто пойдем так. Возможно, Дум пойдет. Ой, очень сильный син. Беги, ран, хусик, ран. Палка, ты не охренел ли Мьёльнир с гиперстоуном иметь на 17-м раунде? Ну, ладно, мы отомстим этому сину. Хотя это будет сделать супер тяжело. Enchanted, I'm sure. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Ахрика рукам. Поведи крылом. Я тону и мне. Блин, вот этот парень мне нравится, его легко собирать. Вообще, он мне, наверное, ровер Марса нужен. Ну, Марс 2 ов. И мы в шестом его ролим. Я уже пока никуда не полезу. Мне Марс как хочется оставлять. Вы не представляете, какой профит Марса в воинах. Короче,
Короче, так. В Марсе воинов против синов, против хантов он может зарешать. Если они стоят без дворфов. Ты виски чистым пьешь? Если пью виски, то пью чистым. Не готов я пока враливаться сейчас. Фу. У меня ни стрика, ничего нету. Подождем. Здорово, волны, марищи, йоу. Ни стрика нет ничего, поэтому полностью враливать бабки сейчас не хочу. Нужно найти какую-то один офф и все это починить. Два офф, два офф, два офф. Слишком много. Слишком сложно. Плюс дум. Два офф. Все, два офф. Были времена, ханты с Марсом играли. Были, были. Восемь с голды. Вот это наглость. Вот это наглость. Восемь с голды, без хп сидеть. Тут остались какие-то, ничего не осталось, только книжки. Let's rock. А, нет, подожди. Я и так крипов дев, после крипов паролю. Чтобы сейчас не было паники. Если что, могу левелапнуть, да, одну фигуру. Ну, то есть, самословно... Боже, 3, 2. Собаку отпустить. Тяжелая будет игра. Надо фалку жопку нарумянить ее с ларком. Дракон. Куда дракон идет? Что дракон хочет собрать? Давайте подумаем. Ну, понятно. Да, в принципе, можно на драконе тут поиграть. Да, Алекс. Блин, дагер. Неплохо. 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 Пусик, ну чё, на? Чё тебе дать? На. Селедки, блин, могу сразу выдать, Хусик. На. Держи, ни в чем себе не отказывай. Я бы еще, наверное... Да все предметы хороши. Фалк, я почти готов. Осталось буквально парочку одинов. Бери топор, руби хардкор. Нет, мне, кстати, топор не нравится. Мне больше нравится, наверное, бродсворд. Приносите ваши стрики. Нам еще нужно чуть-чуть попотеть. Я готов, да, чуть-чуть денег сролить. Прям сильно убиваться не буду. Да, вот я тоже про обратку думаю, что мне нужно вот этот предмет. И скорее всего, обратку надо собирать. Держи, держи. Держи, 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 держи. Да все тебе пока что. На. Надо знак подбирать. Это все соберется само. А ну-ка иди сюда, мой сладкий пирожочек. Что там? Сины, говорите? Стрик за стрик. Да-да, расскажи моему Марсу про своих синов. Очень интересная история, всегда люблю ее слушать. А мы Сларков у него заберем, а?
Как вам план? Последний ролл. Ну ладно, не заберем Сларков, напиздел немножечко. Я и так очень сильный. А скоро буду пипец каким сильным. По-братски, да, по-братски. Все по-честному. Только мне тот стрик был нужнее. Блин, ну тут надо собирать воинов у Лового, скорее всего, хотя это не точно. Волк прям хочет Т3, да. Он бы был Т3, если бы скипали его. 6 варов, Т3 ракета. В космос пошла. Угу. Чё-то не понял, на что монополия сработала. Какая монополия? Ни на что пока. В смысле нет? Не, мы сейчас закрываем одного и второго. И все. На этом игра закончена, можно отдохнуть. Ой. Можно почилить. Го спать, да, го спать. Если бы Фалк не сбил стрик, то, в принципе, само доиграется. Ну, тут из минусов у меня нет Варлорда. Мне просто сейчас восстанавливать эко, это само соберется. Как и обещал. Только Дум, бедный родственник, кто один. Ну что, на кунку поменять, что ли? Дум среди твоих воинов настоящий голод. Правда. Какой-то думчанский у нас. Не сдалось с ним. Кунка вот второй пришел, а Дум что-то как-то даже дубликатом не соизволил явиться на наш борт. Крысюк на Думе. Чатик, аттракцион невиданной щедрости. А предложение, какую музыку включить. Ваша задача в чат написать название трека и группы. А я подумаю. Как-то так. О май. Head for the quarry! Чатик, конкурс еще продолжается. Ладно. Ладно. У нас заочно появился победитель. Мне понравился вариант Чузика. Я его принял. И это не потому, что Чузик, а просто вариант очень хороший, правда. AC/DC TNT мне тоже понравился, и Ваур, если что. Ну, то есть и Цой группа крови хорошая, но прям... Трава у дома победила. Гуф, ураган. Ты чатом ошибся. Уф. Надо вот это брать. Скорее всего, это вот так вот будет.
Давай сейчас громкость подстрою. Тут просто каждый трек... Каждый трек разной громкости. Вот так вот, нормально. То есть тяжело подстроиться под нормальную громкость. Так, а что тут у нас уже? Десятый, да? Аукцион, дорога. Угу. Мацуравева? Что такое Мацуравева? Мацуева Дениса знаю, а вот Мацуравева не знаю, что это такое. Мацураев? Тоже не знаю. Зачем БКБ вроде Мьёлнир есть из двух юнитов? Да, я думаю над этим. Я хочу не Мьёлнир, я хочу Кримсон. На воине. Угу. Так, ну по трекам я уже нашел следующий трек, который включу. Из чатика будет следующий трек. Песня с Элон Маском. Не знаю, о чем ты. Кстати, Чузен победитель у нас сейчас по Кибай. А, песня с Элоном Маском, которая сейчас играет. Здесь блинк есть, да? Ты же не важно, где стоишь. Что-то, правда, не очень помню, куда мне надо прыгать. Но так нормально, так не очень. Хорошо. Тут не очень. Угу. Пойдет. Блин, как такого воина пробивать? Это просто вообще лютый пипец. Лучше гачи мучи к стрею. Ну, те, кому нравится гачи мучи, тогда да, тогда лучше к стрею. Здесь гачи мучи не будет точно. Инфа соточка. Девяти ханты вынесут на двойках. Угу. Ну, посмотрим. Следующий трек из чатика. Я думаю, он годный. Так, сколько нам денег насыпало? Да много денег, да? Так, подожди, что мы здесь можем собрать? Молнии. Я хочу молнии, да? Давай, молнии. БКБ, вперед. Вообще тебе нужно и ответку тогда фигачить. Так, копим деньги на левел, выставляем 9 воина, и все у нас в порядке. Шмель. Прости, друг. Ой-ой-ой, шмель.
Ой-ой-ой! Что нам шмель принес? Ой-ой-ой! Что нам этот шмель принес? Какая красота! Ну вот это можно дать сюда, смело. Вот это сюда поставить. Какой пас будет? Паш, ты не поверишь. Какой пароль будет? Я тебя очень удивлю, но пароль будет... Дай на ушко скажу. Дуратар. Боже, какая же это... Кусик, на. Я все слышал. Понял, принял. Да. Раскрыл вам секрет. На весь чат прям. Блин, не услышал, да? Не услышал. Ну, значит, что, без этого? Без пароля получается. Бф лучше молнии не всегда против сена нет. Ишь ты, какой страшный фалк. За что тут же дети? Мне вообще не нужна медуза. Против вот этого. Могу Хусику дать Кая, но вообще не хочу давать ему Каю. Я сделал вот так вот. Unlock, вот так вот. Хорошо я придумал. Не хочу давать Каю. И на тебе Хусик Каю. Так, я, кстати, еще в чате увидел трек, который мне понравился из вариантов. А. Где-то это был чуть выше. Чуть выше, чуть выше. Муслима Магомаева в чатик чуть-чуть. Вот как-то так. Ну, я тут понимаю, что сейчас еще сомнительный истории файт идет, но неважно. Кстати, долгое будет противостояние. Ой, такие предметы на войде, пипец. Селедка, отличный стан. Мы все оценили. Вот для чего брался Марс. Вот, смотрите, для чего брался Марс. Войт рыдать хотел, когда бил этого Марса. Алды жопку енота в чат. А кого мы забубеним? Кстати, можно было изи лемов собрать и развалить. То есть на шести войне с лемами. Но так тоже норм. Да пусть дефается, мы что-нибудь придумаем. Так девяти воин сильный, но вот против сена сильный. Сейчас еще надо думать, Мьёлнир не очень сильный против сена. Мне нужно больше ответок. Опять жоп енот этому господину. Даже думать не хочется.
Здесь есть БФ. А где чинмейл еще? БФ, ответки какие-то, да? Усик, ну это... Это твое. Дальше подумаем. Богов закрыть. Да можно и богов закрыть. Но тут с Вайдом будет тяжело богами. То есть, когда ты находишься в куполе, то тебе нечего контролить. Войду очень сильный, конечно, с такими предметами. Ну это просто... Какой слот еще войду нужен? Дезолятор, все. БФчик. То есть дезолятор плюс БФчик, все. Сильнее войда не придумать. Да не, ну там рапирка, не думаю, что это круто звучит. Аджор бы мы всем бы аджор. Мне знаете, вот как аджора не хватает. А че не левелапнул? Ну ладно. Марс как будто ложкой ковыряешь. Ровно для этого стоит Марс. Ровно для этого. То есть в целом борт у меня сильнее, у меня слабее шмотки. Тролль в бане? Какой тролль? Вот меньше всего я хочу тролля ставить сейчас. Нужен какой-то дэмэдж, да? Хороший. Нужен хороший дэмэдж. Энигма, если что-то наковыряет, будет неплохо. А у него еще есть куда апаться. Поставил страшного айда. Но только он все равно будет прыгать. Законтрил Энигму Алекс. Вангую прям. Энигма законтрена, испугалась твоего айда. И не знает, что ей дальше делать. Перепутал Хусика хотела. Какая разница? Ну, то есть от Хусика чуть зарядится. Ну, не так, чтобы... У тебя же в Айде нет зарядки. На нах. Три урончика. Сидим в бабках. Time to shove off. Ничего себе. Так, нужно подумать, что у меня с 40-х будет. Да, в принципе, говно одно. Шива. А я плиту не брал? Я вместо плиты взял Demon Age, да? А, нет, подождите, плита это вот, вот плита, все понял. Игра догоднее будет. Похоже на то, потому что игра была равна, играли два говна. Разве не рожь последний? Сейчас у нас кто будет? То есть 45-й это последний крипы. Ой, какой у нас?
50-й последние крипы. Допустим, ассасин. Не знаю, зачем это делаю, просто потому что могу. Какой дракон? Дракон на 35-м был, Фенрир. Но здесь мы уже все полутали, только так. Ну все, это два джаггера, мы заживем. У меня тут есть пару идеек. Не знаю, насколько они хорошо отработают, но очень хочу попробовать. Ой, ошибка, ой, ошибка, ой, ошибка. Разора-то нету. Ой, сейчас по щам получу. Погоди. Хотя по ощущениям вообще, да, почти ничего не меняется. Такой же рандом. Нужен разорчик. Так, говоришь, я поставил акцию, да? Кто такой этот Акс? Я не знаю. Отдыхай. Когти бы и собрали бы ответку. Держи так. Ответка нормально. Изи сины законтрены. Хотя подождите, не совсем изи. Но все вроде ничего. Вы ж хусика не пробьете варды. Вы прав не имеете. Не имеете. Еще разочек так же и поехали. Мне не хватит, конечно, денег ни на что это, но давайте попробуем. Было близко. Я все равно оставлю лемов, мне нужно... Ну, короче, либо дума, либо спа оставлять. Держи, друг. Короче, это все твое. Мы вообще, конечно, прямо сейчас должны выигрывать, но... Но не тут-то было. Почти Т3 Дум. Нам не хватает либо Веспа, либо Дума. Любой из них тащит нашу команду вверх. Было близко.
Энив 2 тоже неплохо, да. Но тут, тут рандом вообще... Ой, боже, какой стан великолепный. Пусть живет, хорошо. Почему так... Ребятка, тут нужно... Боже. Почему такой плохой файт? Скажите, что... А что случилось? Что поменялось? Ха-ха, сосать! А что поменялось? Почему там так сильно-то стало? Квапа, Войд, ничего не поменялось. Ну, Квапа, конечно, хороший контроль дала. 45-й, крипы, хорошо. Не, у нас есть еще опции, все в порядке. Нужны ответки. Суперкриты, Слардар, Хускар. Возможно, Хусику надо что-то отдавать. Годин со сломанным сплэшем. Да какая разница, у нас фулл элема. Жалко, слота под Варлока нет какого-то книгна. Тебя 7 варов. Может, действительно стоит Варлока поставить. Вместо кого? Вместо Марса? Марс много танчит. Надо сейчас думать. Быстренько предмет смотреть. Вместо Тасика. Ответка здесь есть, скорость атаки. Ну так как-то. Блин, надо было. Ну ладно, не важно, зверей убрал. Сожги ее нафиг. Не срослось. А здесь мы его... А, нет, не пробиваем тоже. Квапата 2 решает. У нее очень много чистого дэмэджа, пробивающего этого. Ну, игра на 100-500 миллионов раундов, это забавно. Но тут у Фалка, конечно, предметы сумасшедшие были, но идея. Просто этот Войд никак не убивается. Я уже максимум ответок собрал. Все, и все остальное... Сильно. Не обидно, Т2. Т2 хорошая игра. Вообще Фалк должен был проигрывать, но, короче, лобби слабовато отыграло, поэтому не получилось.